Челябинский уроженец Кыргызстана оскорбил полицейских и получил за это 8 суток административного ареста. Историей уже заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Что, в России зелели, что ли, вообще русские? Че орешь? Мужу будешь орать? Столкновение непослушного мигранта и служителей закона произошло в парке Тищенко. По данным областной полиции, туда их сотрудников вызвали отдыхающие. Пожаловались, что мужчина нарушает порядок и ведет себя агрессивно. Впрочем, при виде полицейских дебошир не смягчился. Даже после предупреждения женщины в форме об уголовной ответственности. Задержанного увезли в райотдел и составили на него административный протокол о мелком хулиганстве. За это суд арестовал его на 8 суток. Сам он принес извинения. Сегодня был инцидент. Я прошу извинения сотрудницы полиции, что я неправильно выразился. Прошу извинения. Но расслабляться дерзкому гражданину рано. Следственный комитет запустил доследственную проверку по статьям об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Ее ход поставил на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.